Ну что же, всем здорово! С вами Кайшерк, и я продолжаю прочтение игры Ratchet & Clank Two Grand Commander. И давайте-ка начнем. В прошлой части мы остановились на том, то, что мы победили в гонке и нашли новый девайс, который умеет замораживать и размораживать воду. Кстати говоря, по-моему, он нам сейчас понадобится. Так, у меня есть 19 тысяч болтов. Ну, можно считать 20 тысяч. Если мы сейчас сломаем вот эту вот гору блоков, или что это? А, ящиков с болтами. Будем называть это так. Потому что так это и называется. Это просто я идиот, толком не... Как сказать? Не запоминаю название и начинаю называть их по-своему. Это что, снайперская винтовка? Окей. А давайте-ка ее купим. Хотя нет, навряд ли. Что это? Так, патроны. А давайте ее купим. Не знаю зачем, но давайте, серьезно. Ну-ка. R2. Не понял. И как тут? Что-то не понял прикола. Окей. Наверное, я зря потратил на это деньги. Ну да ладно. Сейчас мы давайте-ка пойдем в эту сторону, чтобы тут нас не было. У нас, по-моему, тут не будет босса. Это обычная планета, на которой делать нечего. Вот так. У нас тут враги. Собственно говоря, все как обычно. Идеально просто. Ой, блин, я считаю, все болты потратил. Вот незадачка. Это, знаете, такое пустое приобретение. Я уверен, я вот этим вот орудием даже пользоваться не буду. И пока я тут говорю, меня уже, оказывается, успели покоцать. Такс. Ладно, пока что более-менее все идет адекватно. Хотя, помню, я первый раз тут проходил, я тут умер. Ой, ё-моё. Наверное, это будет первая планета, где я кого-то буду бояться. Конечно же, самих этих идиотов я не боюсь, но я боюсь того, чем они шмаляют меня. Такс. Мне кажется, я снова иду туда, куда не надо. Интересно, а что такое ломаются? Нет, не ломаются, они почему-то просто заиграются красным. Так, мини-робот, идите нафиг. Ой, еще один. Вау, а это типа спаунер у вас? Так, тут, по-моему, кто-то был. А нет. Ё-моё, что за фигня? Стоило только отвернуться. О, как FPS-то просело. Это стоило видеть. Все-таки и порт трилогии не идеален. Ну а про порт Ratchet & Clank я вообще молчу. Там такие глюки случаются, это жесть. У меня иногда бывало такое ощущение, что я эту игру запустил на эмуляторе PS2, а не на PS3. Потому что серьезно, там иногда текстуры пропадают, лагают они. Короче, вообще полный набор. Я когда этот порт запустил, я был в афиге. Что за фигня? Ой, промахнулся. А я нет. Так, а вот эта штуковина уже меня пугает. Оба-на. Она что-то назад развернулась. Так-так-так. Отлично, она умерла. Так, еще враги. Но они успешно побеждены. Так, а вот еще горстка идиотов. Они мне еще так усердно целятся. Так у них, походу, те же самые пушки, которые я только что купил. Или нет? Но они что-то целятся по себе. Окей. Не, давайте-ка все-таки ее посмотрим. Ой, да ладно, я уже купил столько оружия, что у меня даже нет места для него. Где оно? Вот он. Пульс рифл. Не то. Вот он. Как он шмаляет-то? Так он просто шмальнет. Тут хотите сказать, даже снайперского прицела нету. Тут просто вот так вот. Не-не-не, это не мой стиль. Я не хочу тут сидеть и кемперить. Потому что они меня просто берут и замечают. А, я теперь понял, зачем были враги сделаны настолько тупыми. Чтоб я мог спокойно не дойти до них прицелиться и убить. Давайте-ка мы это реально все-таки опробуем. Чтобы был хоть какой-то толк. Допустим, я навелся. И убил. Нет, не убил. Ё-моё, они в меня сейчас стреляют, точно. Это, короче, самое пустое приобретение, которое я когда-либо делал. Ой, меня ударили. О, еще враги. Прикольно. Так. Не, серьезно, я впустую потратил болты. Мне даже как-то обидно. А, все, мы прошли это место. А вот это моя самая любимая штуковина. Смотрите.
нанотех апгрейд. Так, окей, теперь идем в эту сторону. Почему-то мост решил опуститься. Так, мне, наверное, стоило купить дробовик, а не эту снайперскую винтовку. Нет, не так. Не до снайперскую винтовку. Ладно, вне записи я пойду на арену и набью неплохое так количество болтов. Тысяч так 60, если повезет. Так. Пока что все чисто. Эх, стоило мне только об этом заикнуться, пожалуйста, враги. Но хотя мне жаловаться тут не стоит. Это место заскриптовано, то есть когда я дохожу там, не знаю, до какого-то чекпоинта, будем называть это так, у ботов автоматически включается режим атаки. Ну или же как-то так. Так, что у нас тут? У нас просто вода, ступеньки. Зачем это было сделано? Неизвестно. Я продолжаю ходить с одним и тем же бластером. Интересно, а тут прокатит то, что я хочу сделать? Ну-ка, гаджет. Нет, quick select. Чё я только что сделал? Ё-моё. Так. Встаем вот так вот как-нибудь. И... Нет, не прокатило. А может, не стоит этого делать? Хм. Ауч. А, тут урона мне это дело не наносит, так что все нормально. Ладно, упремся в стенку еще раз и попробуем. Я хотел сказать, я что, прошел, но нет. Ауч. Ладно, знаете, я не буду над этим маяться, я лучше буду проходить так, как задумывала игра. Обходных путей искать не буду, потому что люди, которые смотрят на прохождение, наверное, тоже проходят эту игру. Или же просто хотели помассагировать, или что-то в этом роде. Я тут, значит, сижу, пытаюсь багами пользоваться. Нет. Я уже даже считаю, что это неуважение к этой игре. Такс. А что все-таки у меня пропало из инвентаря? Нет, терминатор. Стой, как он называется? А, терминатор. Ну, недалеко от терминатора все-таки. Заморожено. Так, я смотрю, там спаунер этих идиотов, мини-роботов. Хотя, по сути, машина не может быть идиотом или дебилом и так далее. Но все-таки успели эти идиоты заспауниться. Ну, опять. У меня приступ тавтологии. О, я придумал себе болезнь. У меня иногда случаются приступы тавтологии. Такс. Вау. Прикольно. О, ну-ка, а сейчас покемперить получится? Я просто пытаюсь выжать хоть какую-то пользу с данной пушки. Убит. Промазал. Убит. Круто. Но долго. Очень долго. Ауч, все-таки попал. Окей. Так, болты. Болты. Тихонько. Тихонько. А эти маленькие роботы на меня бежать даже не думают. Но я еще боюсь вот этой вот штуковины. Так, так. Давай. А камеры-то я повернуть не могу. Потому что пальцы заняты. Да придется как-то по-другому стрелять. Я сейчас указательным пальцем нахожусь на кружке, а большим пальцем пытаюсь крутить камеру. Честно говоря, это не очень удобно. Я к данной процедуре не привык. Нет, точнее, к данному типу держания геймпада я не привык. Уж никогда так не делал. Ауч. Тут у меня есть шанс сдохнуть. Нет, теперь шанс ноль. Все-таки мне повезло. Вовремя все-таки этот апгрейд случился. Но мне еще может не повезти с патронами. Да, эта штука взрывается, я понял. Я это еще давно знал. Но почему-то как-то жестко на эти штуковины напарываюсь. Мне это капец как не нравится. И почему я не заметил, что у меня летит какой-то плазменный синенький шарик? То ли я слепой, то ли это баг. Скорее всего, первое. У меня со зрением проблемы. Я могу издалека увидеть автобус, который я жду, но я не могу увидеть гребаный синий шарик. Прикольно. Continue point. А что, это конец? Нет. Так, ломайся.
ты мне не нравишься тут. Молодец. Так. Got a ship that needs improvements? Worried about getting caught? At Slim Cognito's, your secret is safe with us. Whether it's weapons, shielding, or a new hyperspace module, we'll hook you up quickly, cheaply, and most important, quietly. So next time you're in the market for some legally ambiguous refashioning, remember the name. Slim Cognito's. The only inspections we pass are yours. Starship mods. Hmm, well, a quick visit to Slim's wouldn't cost us much time. Or maybe we should check out that chemical factory. Someone inside might know where the thief was headed. Так, окей, мы получили координаты на Slim Cognito Ship's Shack. Или Shop. Что-то как я не заметил. Ну, впрочем, это не важно. Я обычно вообще улучшения для корабля не покупал. Но, по-моему, буду. Так. Патроны — это хорошо. Только не на эту винтовку. Так. Нормально так. Так, ладно, продолжаем. Мне позвонили в телефон. Наболтали какую-то адовую фигню, которую я, честно говоря, с трудом выдержал. Но сейчас все нормально, и я продолжаю записывать данную часть. Блин, только мне теперь нравится в два раза больше. Видите ли, когда я записывал, у меня был один большой ролик, и мне просто было надо синхронизировать звук с видео. В принципе, ничего сложного в этом нет. Но теперь мне придется синхронизировать два видео со звуком. Да уж, капец. Ладно, в принципе, я справлюсь, только вот эта часть выйдет чуть-чуть позднее. Где-то дня через три после какой там четвертой части, это ж пятая, да? Так, с чем мне тут делать? Окей, враги. Я хотел дать ему шанс меня ударить, но он его профукал. У меня, кстати говоря, уже 11 тысяч. С таким успехом я быстро, наверное, все восстановлю. И куплю я, пожалуй, дробовик. Все. Будем ходить по льду. У меня сейчас такое хорошее настроение, не знаю почему, но я могу говорить громко, быстро и без запинок. Вообще идеально просто. Так. Думаю, мы это место пройдем достаточно-таки быстро. Без никаких проблем. Все просто пройдет идеально. Вот это называется «с человеком поговорил». Он меня выбесил, и теперь я буду, наверное, отрываться вот именно тут, на этом видео. Лед. Мне, наверное, его надо растопить. Да. То есть смотрите, каким я был спокойным тогда, и какой я сейчас. Капец. Может, сегодня еще и слайд записать? Весело. Знаете, у меня все-таки есть опасения, что меня слышат соседи. И у них появляется такой вопрос. Что за идиот постоянно говорит сам с собой? Да, наверное, так и есть. Пам. Чпаньк. О. Мост. И как мне до туда добраться? Дайте-ка угадаю, мне нужно растопить этот лед. Готово. Главное, чтобы тут не было акул. Ну или пираний, фиг знает кто это. Так, со, болты. Прикольно. Куда мне? Стоять. Мне это надо заморозить. Шикарно. Странно, я даже не знаю, о чем мне можно поговорить, но при этом я, не знаю, комментирую. Ну как сказать. Мне нравится, короче, какую фигню я несу. Я даже как-то доволен. Чувствую какое-то умиротворение, удовлетворение. Ой. Мне кажется, кто-то решил нарушить мой покой. Получайте. Ой. Есть шанс упасть, и тогда будет полный капец. Мне придется повторять одни и те же действия снова и снова и снова. Но это в том случае, если я упаду раза три. Ну тогда я психану, выключу запись и пойду поем. А, теперь задачка посложнее. Нужно подождать, когда вода наполнится. Окей, там кто-то плавает? Да, реально. Замораживайся. О, да. Мне же туда не надо было идти, так ведь? Там, по-моему, никого не было. Так что все хорошо. Вау, болты. Так, стоять, надо сейчас это дело заморозить. О, круто.
Так, теперь надо пройти аккуратно. Главное туда не упасть. Отлично. Болты — вещь хорошая. Знаете, что сейчас самое странное? Я хочу поиграть в Крэша. Наверное, после записи я это и сделаю. Так, суки, а здесь есть враги. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сделаем вот сюда, встаем и начинаем размораживать это дело. Я делаю это сквозь текстуру, как вам? Мне почему-то кажется, что размораживаю совсем другое. Отлично, разморозилось. Не-не-не-не-не-не, стоять. Отлично, меня никто не съел. Вот это подвиг. А зачем я сюда пришел? А, все, понял. А я с такого расстояния смогу туда допрыгнуть? Да, смог. Вот это графонистая текстурка. Но насчет этого я просто промолчу. Так, тут у нас кто-нибудь плавает? Нет, все нормально. Но мне, по-моему, туда надо плыть, и там все-таки есть кое-кто, и он меня съел. И откуда мне начинать? Аж отсюда? Ладно, в принципе, недалеко ушли. Так, стоять. Блин. Не так я хотел это сделать. Все, морозься. Есть. Так, теперь куда мне надо идти? Так. Ты меня в прошлый раз убил. А я же могу это дело просто заморозить. Точно. А почему я там не мог это дело заморозить? Так, ну тут мы уже были. Так, теперь долго придется стоять, да? А нет, можно сделать так. Так, давай, всплывай. Меня никто не съест, меня никто не съест. Меня никто не съест. Отлично. Так, заморозить уже не получится. Ну, все, если вот так вот чуть-чуть сделать. Все, замораживаем. А я с такого расстояния допрыгнул? Нет. Не допрыгнул, капец. Вот серьезно, я первый раз умер, и пошли фейлы за фейлом. Как мне это нравится. Нет, на самом деле, мне это бесит. Не стоять. Блин. Что-то у меня какие-то проблемы с терпением. Я эту рыбину вырубить не могу. Давай, замораживайся. О, другое дело. Я тут задумался, а может это просто заморозить, да и все. И не мается тут. Вот, пожалуйста. Надо было так делать раньше. А я стоял, тупил. Так, тут есть акула. Я думаю, так мне точно сюда не взобраться. Поэтому делаем вот так вот. Ты меня не съешь, ты меня не съешь, ты меня не съешь, ты меня не съешь, ты меня не съешь. И ты меня не съела. О, мы, кстати, прошли. Perhaps these robots can assist us. Excuse me, have you seen any masked weirdos? I think I had better do the talking. A masked customer picked up an order not long ago. Recently, they received a new transmission from him, and they are willing to show it to us for a small price. Сколько мне нужно? 6000 болтов? Да вы обнаглели. Нельзя просто их убить и все. Эх, ладно. Containers and four containers of liquid hydrogen. Oh, sir. Better add six crates of nitroglycerin and... Look, just give me double that, boy. And I need it delivered.
Hey! What? What? Oh, nothing. Just some robot humor. Okay, funny guy. Let's just head to those coordinates. Окей, мы получили координаты на следующую планету, но туда мы отправимся в следующей части. И сколько записываю, я уже не знаю, потому что записи я приостановил, и сейчас ее возобновил, то есть у меня все пошло с нуля. Прикольно. Ладно. Такс. А что у нас хотя бы за следующая планета? Мне просто интересно. А то я порядок планет все-таки забыл. О, а вот это мне нравится. Здесь мы сможем дать по щам тому злодею. Но это не злодей, а злодейка. И не злодейка, а добряк. Вот это сюжетный поворот называется. Ладно, в общем-то. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. А с вами был я, Тобиштайгершарк. До скорого!